Представляю вам участников первого боя. Боец в синем углу. Чемпион Республики Дагестан по дзюдо. 32 года. Рост 183 сантиметров. Вес 76,3. Это его профессиональный дебют ММА. Представляющий команду «Анаконда» из Дагестана. Россия. Заур Жамтыгалов. Боец в красном углу. Чемпион Чеченской Республики по рукопашному бою. Победитель международного турнира по рукопашному бою. 29 лет. Рост 8 сантиметров. Вес 74,9. Это его профессиональный дебют ММА. Представляющий бойцовский клуб «Беркут», Грозный, Чеченская Республика. Анди Атабаев. «Анаконда» против «Беркута». Внимательно слушаем команды. После команды стоп не работаем. Сетку не держим. Локти в голову не работают, колени в голову только в стойке. Нажали руки. Дальше боем по углам. Рефери в ринге Ашот Ашугян, Анапа. Thank you.
Итак, ввиду отказа бойца в синем углу, победа присуждается бойцу в красном углу Анди Атабаеву, Беркут, Чеченская Республика.